В этом двухэтажном здании с колоннами с 1955 года работал клуб «Знамя», размещаясь в нем различные кружки и секции, школу танца, была библиотека и актовый зал. Но на сегодня от его былого величия не осталось и следа. Вот так клуб выглядел буквально совсем недавно. А это наше время. Закрылся клуб в 2009 году. Здание признали аварийным из-за проблем с фундаментом. Денег на ремонт не было. В 2014 году было принято решение снести здание. Ну и тогда денег на работу не оказалось. Так и стоит бывший дом культуры, открытым и никому не нужным. Ну, в этих комнатах уже, конечно, я не знаю, что было. Даже не верится, что здесь когда-то играла музыка. Были разные музыкальные кружки, школа танцев. Кинотеатр показывали, клуб, сцена, показывали спектакли различные. Тут был парадный вход. И в эту сторону можно было подняться. И в эту. Так было, а так стало. Вот в этом зале проходили танцы. Вон в том углу была сцена, там музыканты были.
А здесь был вход. Вот они, три входа. Вход в кинотеатр, в зал в кинотеатр. Вон там была сцена, она так и есть сейчас. Сцена, экран там был. Камера, это видеокамера стоит. Четыре камеры. Красиво все было. Колонны такие. Это вот была дежурная часть. Милиция здесь сидела. Ну а здесь были различные кружки. Библиотека. А здесь такая комната была. Вот здесь туалет был. Мне тогда казался в детстве, что он такой был огромный. Последний раз я здесь был в 72-м году. Здесь уже и не помню, что было.